из вас нырял раньше? Нет, нет. У нас от... Ой, Жень. Сплошную нырял. Крючки. Первый раз. Могу сказать сразу, что нырять первый раз на море гораздо круче, чем первый раз в бассейне. В бассейне может быть чуть спокойнее. Потому что типа бассейн, ты вот воспринимаешь таким большим. Но там нету рыбок, ты максимум что ты делаешь. Ты как бы учишься работать с снаряжением в бассейне. Тогда. Но у тебя нет никакого другого эксперимента. Есть как добавлять еще природа, всякие виды, рыбки. Короче, да, отвлекающие факторы присутствуют. Ну, как бы, с одной стороны, отвлекающий фактор, с другой стороны, он такой немножко интересный. То есть, я считаю, конечно, что круто, когда ты отнырял в бассейне, отучился, там, 4-5 погружений сделал в бассейне учебных, чтобы получить первый уровень сертификации, вот. И потом, как бы, с этим всем ты едешь уже на море. Потому что здесь тебе не надо, как бы, тратить время, там, ну, это касаемо того, когда ты едешь, особенно, там, не на один день, а есть поездки нырять там на неделю, на 2 недели с корабля. То есть ты живешь прямо на корабле все время, из корабля ныряешь по 2-3 раза в день. А корабль в это время переплывает в разные места. Там заставшие корабли, на рифы красивые, еще куда-то. Называется дайвинг сафари. Мы периодически ездим с ребятами с командой там. Раз в год точно, наверное. Ну вот. Это как бы удобно там в бассейне отучиться. Но в целом зато на море как ты сразу понимаешь, что это такое, почему это интересно. А то бывает, что народ в бассейне отныряет и такой, ну типа, ну там скучно было, что-то, наверное, не хочу объехать на сафари. А ты такой, блин, ну на сафари же там потому что корабли, пещеры, там всякие, с дельфинами можно понырять, еще что-нибудь поделать.